Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые подписчики! Снова с вами Наталья Сомсикова, агентство недвижимости «Титул». Сегодня хочу вашему вниманию предложить трехкомнатную квартиру, которая находится на 5-м этаже пятиэтажного жилого дома, находящегося в Краснодарском крае, город Белореченск. Ниже в описании обязательно укажу ее общую площадь и стоимость данной квартиры. Давайте посмотрим обзор данной квартиры. По традиции свой обзорчик начинаю с коридорчика. Мы видим с вами металлическую дверь. Ремонтик давно делался, примерно 6-7 лет назад, как сказала хозяюшка. Здесь вот с правой стороны есть ниша, куда можно встроить шкаф при желании. Домофон мы видим с этой стороны, он тоже работает. И вот левее буквально видно счетчик. Помещается также шкаф, небольшое зеркальце. Так, сейчас мы с вами пойдем в санузел посмотрим. Так, это у нас ванная комната, здесь санузел раздельный. Мы видим душевая кабина здесь большая, на полах у нас плитка, на стенах плитка, и потолок у нас обшит пластиком. То есть здесь помещается душевая, стиральная машинка и раковина. Ну и зеркальце, шкафчик, думаю, видно вам. Так, двери мы с вами видим. Двери, они закрываются, ручки работают, то есть все здесь есть. Еще обратите внимание, что это вот коридорчик, в этом месте еще есть ниша, это встроенный шкаф, но заглядывать туда не будем, но он есть. Его, в принципе, можно оборудовать, ставить дверцы другие. На стенах обои, кое-где, конечно, видно, что они подклеивались, в принципе, косметический ремонт надо бы сделать. На полах у нас лежит линолеум, и сверху положен ковролин. Ну что, пойдемте дальше. Это у нас санузел. Здесь у нас унитаз. На стенах обои. Потолки у нас подшиты пластиком. Мы видим точечные светильники. Здесь также имеется шкафчик. Наполовину обшито пластиком. И, соответственно, на полах у нас плиточка. Так. Идем. Это у нас первая спальня. Розовая. Скорее всего, девчачья, наверное, потому что очень розовый красивый цвет. Итак, окна пластиковые во всей квартире, также поменены радиаторы. Сейчас с вами посмотрим. Это радиаторы. Пластиковые окна с москитными сетками. На стенах у нас обои. Потолки у нас просто покрашены. Плиты перекрытия. Я думаю, что вы видите кое-где на стыках. Так как ремонт делался очень давно, естественно, кое-что подходило, пооблупилось, как мы говорим по-русски. Поэтому это нужно привести в порядочек. На полах у нас лежит линолеум. Вот такой линолеум в этой спальне. И сверху лежит ковролин. Мы видим, комната, спальня очень большая, так как помещается и двухспальная кровать, и зона под телевизор. Соответственно, еще одна кровать. И вместительный шкаф. В этой спальне дверь так выглядит. Так, идем во вторую спаленку. Она небольшая. Также пластиковые окна. Радиатор есть. На полах у нас линолеум. На стенах обои, которые требуют замены. Вот, потолки у нас просто покрашены матовой краской. И, естественно, плиты перекрытия. Здесь помещается у нас диванчик, небольшой шкаф, рабочая зона вот здесь вот есть. Ну и дверь выглядит таким вот образом. Обратите внимание, показывая вам все, что есть в квартире, здесь вот как можно максимально ближе к потолкам, кое-где краска просто подходила. Ничего здесь страшного нет, это все можно устранить. Вы видите, что потеков нету. Соответственно, хоть и на 5-м этаже квартира находится, но ни крыша, ничего не течет абсолютно. Так, ну что, пойдемте с вами дальше, посмотрим еще одну комнату. Это у нас будет зал, гостиная. Так, здесь у нас на стенах обои, сплит-система в правом углу она остается. На полах у нас линолеум во всей квартире. Он одинаковый. Лежит ковролин. Потолки покрашены.
Так. И у нас здесь вот балконный блок, балконная дверь. Сейчас мы пойдем с вами и посмотрим, как у нас выглядит балкон, то есть лоджия. Посмотрите, сделан ремонт, то есть предусмотрены здесь шкафчики, здесь вот ниша, пластиковые окна полностью, также обшиты пластиком стены. На полах у нас ламинат уже здесь. С этой стороны мы тоже видим шкафчики. И также обшиты стенки пластиком. Очень уютная лоджия. Да, и потолки, вот обратите внимание, здесь из пластика. Ну и висят такие жалюзи. Очень аккуратно, очень уютненькое помещение. Так, ну что, у нас осталась еще одна комната. Мы идем с вами в кухню. Самая главная комната, как мы говорим, в любом доме либо квартире. Это кухня. Кухонный гарнитур здесь остается. Также вся мебель, которая есть в этой квартире, возможно, останется по договоренности уже собственниками данной недвижимости. Так, что мы видим? Мы видим радиатор. Мы видим с вами также пластиковое окно. Вот это окно выходит на лоджию. На стенах у нас обои. Соответственно, там, где кухни, это специальные панели. Так, потолки у нас покрашены. И здесь линолеум уже выглядит таким образом. И, соответственно, в кухне такая дверь со стеклением. Так. Ну что, мы посмотрели с вами обзор трехкомнатной квартиры, которая находится в Краснодарском крае, город Белореченск. Находится квартира на 5-м этаже 5-этажного жилого дома. Также хочу сказать, что здесь буквально 2 минуты ходьбы от этой квартиры находится школа. Также недалеко садики. Мимо этого дома проходят все маршруты. Квартира находится в очень хорошем месте. Вот также есть во дворе детская небольшая площадка, то есть ребенку можно будет куда выйти погулять. Ниже в описании укажу общую площадь этой квартиры и также стоимость. Пишите, звоните, ставьте лайки. Ваша Наталья Сомсикова, агентство недвижимости «Титул». Всем пока-пока, до новых встреч!